Многие сегодняшние родители, наверное, помнят телеигру «Папа, мама и я. Спортивная семья». Подобную традицию семейных состязаний решили возродить в игровом развлекательном комплексе торгового центра «ОЗАС». Повод нашелся достойный – Международный день семьи. К тому же решили не ограничивать участников состязаний только спортивными испытаниями. На первом этапе семейным командам предлагалось проявить себя в творчестве, без всяких ограничений в фантазии и возрасте. Очень женокий шейма. У нас семья большая, четверо детей. Так приходится все уметь. Рисовать с одними, за другими присматривать и вместе соревноваться. У нас и дома всегда дети собираются, так частенько сами организовываем состязания. А в это время сильным половинам семей пришлось попробовать себя в роли покорителей высокогорных вершин. Уменьшенная модель Эвереста – не детское испытание. Тем не менее, младшие члены семьи подчас заменяли старших. У них и обувка подходящая, и свежие навыки лазания по стенам. Ну, я бы, может, и залез бы, но если очень хорошо тренировался. Параллельно на сцене юные знатоки участвовали в викторине. Здесь в полной мере удалось себя проявить и тем, кто пришел в ВОЗАС с друзьями, но родителей вытащить не смог. Нет возможности, времени не хватает, денег и работают часто. Подведя итоги по всем видам состязаний, в том числе по боди-арту, жюри конкурса выбрало среди участников самую спортивную, самую творческую и самую модную семью. Трое победителей получили подарочные карты посещения развлекательного комплекса X-Planet в ОЗАСе стоимостью в 250 литов, а также годовую подписку газеты «Республика» и полугодовую журнала «Экспресс-неделя». Наталья Гавришова, Микола Чебравска, Первый Балтийский канал.